США та Ізраїль обговорили можливе перемир'я у секторі Газа. Член військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц приїхав до Білого дому на зустріч із віце-президенткою США Камалою Гарріс. Однак їхня розмова завершилася лише загальними дипломатичними заявами. Угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом намагаються узгодити уже тиждень. Делегації з двох сторін мають зустрітися у Єгипті та підписати цей документ. Однак Ізраїль відмовляється надсилати своїх представників до Каїра, поки Хамас не надасть список заручників, на яких терористи готові обміняти. Угода про перемир'я передбачає припинення вогню на 6 тижнів, обмін заручниками та гуманітарну допомогу сектору Газа. Також ізраїльські війська готові відійти з деяких районів, що дозволить палестинцям повернутися додому. Однак про остаточне примирення поки що не йдеться, війна не припиниться, поки Хамас не буде знищений, говорить міністр оборони Ізраїлю. І далі наш ефір продовжимо із Емілієм Шлеймовичем, головний редактор порталу «Деталі з Ізраїлю», з нами на зв'язку. Я вас вітаю. Здравствуйте. І одразу по пунктах те, що було озвучено. Поговоримо про тимчасове припинення вогню, на яке чи 3 березня Ізраїль був готовий, Хамас не надав списки живих заручників. На даний момент яка ситуація? По всей видимости, переговоры затормозились именно по причине, о которой вы сказали. Хамас отказывается заявить, что какое количество и кто именно из заложников жив, кто погиб. Я напомню, там 134 человека, включая и тех, кто был до 7 октября. И известно, по данным армии обороны Израиля, что 31 из них погиб, убит. Мы не знаем, кто, мы не знаем, точно ли эти данные. Одно из новых условий, которые Хамас выдвигал, это предварительное перемирие для того, чтобы якобы они смогли проверить, найти этих заложников и вот этот список предоставить. Сейчас Израиль не послал делегацию в Каир. Вы знаете, что три столицы мировые – это Каир, Доха и в Париже проходят вот эти переговоры. Хамас в Каире находится, хотя не участвует напрямую в переговорах, но он контактирует с египетским главой разведки. Вот. И разговор идет пока именно вот об этой проблеме. Кроме того, Хамас, понимая, что переговоры срываются, выдвинул еще одно предложение. Он потребовал обеспечить возвращение палестинцев, которые вынуждены были оставить свои дома на севере сектора Газы, возвращение вот в этот сектор. Оттуда ушло около 1 000 000 человек, на месте там отходится около 300 тысяч человек, тяжелая очень там гуманитарная ситуация. Это вряд ли в принципе возможно, хотя бы потому, что там элементарно негде селиться этим людям, им некуда возвращаться. Но Хамас в данном случае отрабатывает на свою аудиторию, потому что очень недовольны Хамасом жители Газы за то, что он вверг их в эту проблему. И Хамас, понимая, что, в общем-то, сделка срывается, он делает вид, что он как бы выдвигает условия в интересах жителей, которые сейчас находятся в палаточных городках в Рафиахе и рядом с ним. Пока что все это застопорилось, и дальше вот этих разговоров не идет. Інший сусід, Ліван. От наскільки ймовірна третя ліванська війна? Деякі експерти кажуть, що вона вже почалася. Якою є оперативна ситуація на кордоні? Ну, если говорить про текущую ситуацию, то там продолжается обмен ударами. Ну вот вчера снова самолеты били по определенным постройкам на юге Ливана. Сбит был беспилотник, который пересек границу Израиля со стороны Ливана. И очень серьезные обстрелы. Обстреливают и высокоточными ракетами, и такими, которые попроще, которые могут лететь куда угодно. Но мы знаем, что у Хизбаллы в последние годы претворялась в жизнь программа, в которой вот это вот неуправляемые ракеты снабжались дополнительными системами наведения. Сейчас все жители севера знают, что в очень многих местах со сбоями работает GPS. Это сделано специально, чтобы не позволить Хизбалле атаковать стратегические объекты. Что они все время пытаются? Они пытаются попадать по военным базам, обстреливать эти военные базы. И там продолжается вот эта дуэль. Из-за того, что она продолжается, из-за того, что на территории Израиля по-прежнему и разрушения, которые увеличиваются, во многом за счет применения противотанкового оружия. И вот вчера у нас снова были погибшие и раненые на севере. И из-за этого Израиль не может вернуть эвакуированных на север, это около 64 тысяч человек. Ливанцы, у которых чуть менее 100 тысяч человек, тоже покинули прифронтовую зону приграничную.
Все стоит на месте. Как бы мы не ждем на данном этапе полномасштабной развернутой войны. Хотя, в принципе, если не изменится ситуация, то, возможно, ее придется вести. Те, що я дізналася з інформпростору, що Цахал провів військові навчання. А якщо співвідносити сили Хезболи і терористичного угруповання, і Цахалу, то які вони? Ну, это просто несравнимые величины. Мы можем говорить о 20 примерно тысячах активного состава и до 50 тысяч боевиков в целом, которые могут быть мобилизованы. Мобилизованы они как из внутренних резервов Хизбаллы, могут быть так и из милиций шиитских, которые действуют на территории Сирии. Хизбалла не очень заинтересована в новой войне после того, как потеряла более 2000 бойцов своих, защищая Асада. Вместе с россиянами они его защищали, и это вызвало достаточно большой гнев, потому что решили родственники семей тамошних и так далее, что шиитов используют просто как пушечное мясо для того, чтобы сохранить режим. С другой стороны, Иран не хочет терять свой актив. Но помимо этого мы знаем про 150 тысяч ракет. Это очень большой ракетный арсенал. И ракеты там есть всех видов, всех дальностей, с точным наведением, не с точным. То есть по оценкам военных, в случае горячей, скажем так, фазы конфронтации, в первые дни Хизбалла в состоянии выпускать по территории Израиля до 3000 ракет, потом это будет снижено до 1500. И это все равно несоизмеримо, потому что мы не можем напрямую сравнивать силы террористической группировки, какой бы крупной она ни была, пусть даже мини-армии, и государства. Так, скажем... я розумію, тому що ну, і з таким фінансуванням ще підтримку Ірану. На жаль, пане Еміль, мушу своїй колезі передати слово, тому що вже час новин в нашому марафоні. Я вам дякую за ваш час і за розповідь. Це був Еміль Шлеймович, головний редактор порталу «Деталі» з Ізраїля.